Вот 3-0. Марио Фернандес. Прекрасная передача. И Федор Чалов делает дубль. Фернандес подает. Ух, какой момент! И какой гол! Это что-то! Это просто невероятно! Передача и проходит. И офсайда нет у Марио Фернандеса. Момент опасный. Надко бьет 2-0 в пользу ЦСКА. Марио Фернандес на коротке, здорово с Еременко, отлично разыграли. Ой, какой голешник! Браво, Роман Еременко! Вот это да, вот это комбинация! Снова Влашич и Фернандес вдвоем пытаются разрыхлить на левый фланг обороны «Зенита». И получается передача, удар, и гол забивает Иван Обляков! Как разыграно было в этом моменте все игроками ЦСКА! Стенка, Марио в штрафной. Укрывает мяч корпусом. Прострел! 2-0! Сигурдсон! 2-0! Гол создал Марио Фернандес. И открывается Фернандес. Неплохо получает мяч. Опасный момент. И гол! Легко обыграл Двиташвили. Фернандес. Вот он, ожог Абонита. Удар поворотом. И гол! Это уже интересно. Фернандес, можно бить. И мощный удар. Гол 1-0. Марио Фернандес. Обляков. Подача. Фернандес головой. 1-0. Марио Фернандес забивает ворота Урала.